Ребята, всем здорово! Так давно я не снимал посылки, что как-то соскучился уже за всем. Сегодня у нас посылки с Алиэкспресса, большие коробочки. Есть огромный коробок справа, который, как всегда, не влазит на стол. Но я вам такого еще не показывал, поэтому покажу. Сегодня посылки с Алиэкспресса и одна посылка с магазина GearBest с пауэрбанком, которого еще у нас не было. Прежде чем все это распаковать, хочу вам рассказать об акции, конкурсе, который проводит магазин Тон-Топ. И они разыгрывают, ребятки, 4 смартфона ZUG от Lenovo, ZUG Z1 модель, не помню, короче. Модели стоят эти от $300, поэтому подарки огромные, там плюс купоны. Короче, 4 целых смартфона. Я хочу, чтобы мои подписчики тоже в этом поучаствовали и выиграли эти смартфоны. Поэтому ссылка будет в описании, переходите. Условия там простейшие, нужно будет там сделать репост, ну короче. И давайте побеждайте. Вот такие дела. Давайте распаковывать посылку. Начнем, наверное, с самого того, что распаковано, не очень такого интересного, но я думаю, что девчонкам, которые смотрят мой канал, это понравится. Это какая-то профессиональная палетка с кусками нитки, это китайцы. Вот чем она мне понравилась, потому что все очень плотно и сделано все неплохо. Стоимость $10. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот так это все разворачивается, и здесь вот китайцы в пакетик сложили, знаете, как тормозок какой-то. Вот, здесь комплект, очень много всего, если не ошибаюсь, 18 единиц красоты, можно так сказать. Ну, вот так здесь все навалено, как видите, так китайцы, в принципе, наверное, и продают. Отдельно покупают чехлы, потом отдельно вот такие вот всякие штучки, карандаши там, ну, как-то вот здесь все лежит. Мини-скальпель здесь в комплекте, если что, кому подрезать. Ну, короче, вот такой комплект. И здесь основное, конечно, это карандаши или кисти. Вот оно все здесь присутствует. Вот так. Стоит $10. Ссылка на все, как всегда, будет в описании. Если кому понравилось, можете покупать. В принципе, такой наборчик у нас будет подороже. Ну, мне сам чехол понравился. Вот этот очень такой добротный. Мне кажется, его не износить просто. Так, ладно, это убираем. Давайте продолжать. Вчера, когда делал конкурс, где скальпель делал, вот он. Когда я делал конкурс, многие в комментариях написали, что там в связи с переменами, многие ждут уже чего-то там вообще волшебного, что что-то станет там нереально офигенным, и канал превратится просто, я не знаю, в This is хорошо, и будут миллионы просмотров и подписчиков. Ребят, успокойтесь. Кардинальные изменения, конечно, будут, но не ждите прям ничего такого. Я на контрасте покажу, как было и как будет. Вы все увидите. И то есть не нужно делать из этого такой ажиотаж, что или провал, то есть, или успех. Я вам скажу, что хуже, чем сейчас, точно не будет. Поэтому вот так рассчитывайте, и как бы и все будет окей. Потому что я увидел комментарий, его люди поддержали, прям там держатся, когда уже не дождутся, что-то увидит новое. Вы увидите, но не ждите нереальностей каких-то, потому что я не учился там на кого-то там телеведущего или еще что-то. Это все любительский также будет уровень, но посмотрим, как это получится. Следующая посылка у нас, ребята, с LED-лампочками. LED-лампочки в последнее время очень много набирают популярности. Здесь у нас большой набор. Это все было куплено у одного продавца. Когда я зашел по ссылке, по которой заказывали, это все было заказано через бесплатного посредника, все лампочки, то, ребятки, я вам скажу так, минимальная лампочка стоила там соколем Е27 на 3 ватта. Что-то там в районе 80 центов. Это вот на 5 ватт. Вот такие лампочки идут. По качеству сразу скажу, пластик. Очень жесткий пластик. Очень дешево все выглядит. Дешево. Ну, короче, когда в руки берешь, вот я хотел именно распаковать их и посмотреть вместе с вами, дабы оценить их качество. Потому что цена у них, ну, очень дешевая, но продавец с нормальным рейтингом, и все заказывают, и все довольны. Сколько они прослужат, я не знаю, ребят, если честно, но цена реально подкупает. Вот такие лампочки 5-ваттные, как видите, это на 3000 кельвинов, это у нас будет где-то желтый, там желтый цвет и холодный. Холодный обычно 4
3400, этот на 3000 кельвинов, это у нас, ну, желтый реально будет цвет, 5 ватт, вот эта лампочка стоит там что-то в районе доллара. То есть там можно купить 3-ваттные, 5-ваттные, и 7 ватт, 9 ватт, и разный цоколь можно выбирать. Короче, всего полно. Вот в заказе было 4 лампочки, все они, в принципе, идут. Да, 4 лампочки 5-ваттные, 3000 кельвинов. Это для тех, кто хочет сэкономить, один раз потратиться, поменять по всей квартире свет, ну и реально экономить. То есть вы представляете, у вас свет будет, понятно, что не супер яркий, но эта лампочка тянет 5 ватт. То есть 4 лампочки, у вас всего 20 ватт. Ну, как бы, да, здесь понятно, экономия, понятно, сразу, здесь ничего даже считать не нужно. Главное, чтобы они, конечно, не развалились, и те деньги просто, которые вы заплатили... Ну вот станет дело, которое я заказывал, лампочки ледовские, вот из четырех одна лампочка накрылась, и она просто, ну как не накрылась, она светит, но начала как-то тускло светить, а три лампочки работают нормально. Ну это, но те лампочки были не очень дешевые, но это вообще такая дура здоровенная. Так, и здесь у нас почему-то ничего не написано. Странности. Это у нас тоже цоколь Е27, но она реально огромная лампочка, смотрите. Почему-то ничего не написано. Здесь у нас идет 1, 2, 3, 4, 5. О, одна уже развалилась, как видите. И, собственно, мы с вами можем посмотреть, как это выглядит все внутри. Вот так вот это выглядит. Включать я их не вижу смысла, потому что разные по мощности, вы это не оцените. И то есть здесь тестировать нечего. Ну, как бы вот так вот выглядит. Диоды напаяны, и, в принципе, вся лампочка открывается, вот так закрывается. Или она открылась сама в дороге. Ну, вот так вот просто, но не разваливается. То есть вот так вот открывается, но не развалилась. Но эти лампочки не подписаны. Ну да ладно. Я думаю, там, вот честно, я не помню просто, насколько они ватт идут. Но лампочки огромные. Как видите, лампочки убираю. Ссылку на них тоже оставлю в описании, если кто реально хочет сэкономить, поменять лампочки, вот у продавца вообще адекватные деньги все стоит. Так, следующая посылка с Алиэкспресса, это я, конечно же, должен был показать, это не должно было пройти мимо. Это, ребятки, зарядное устройство для джойстика в Sony PlayStation 4. Зарядное устройство непростое, видел я и дешевое устройство, но... Так, в комплекте у нас идет вот такие подарки от продавца. Здесь у нас рыба есть, здесь всякие кнопки, заглушки, чтобы там открывать сим-карту на айфоне, например. Заглушка еще. Ну, короче, накидал продавец все, что у него есть. Это такой бонус, поедет вместе с коробкой, продавцу спасибо. Коробочка немножко помятая. Фишка именно этой зарядки, то, что она идет с LED-подсветкой. Сейчас мы с вами посмотрим, откроем. Есть дешевые, есть реально там. Вот она стоит что-то там в районе 8, там, или 8 или 9 долларов. Очень удобная штука, чтобы заряжать сразу два джойстика. И не париться. Вот в один USB вставили, и заряжается два джойстика. Есть дешевые подставки. Ну, они там без всяких подсветок и так далее. Но здесь вот, как видите... Что-то там напаяно. Вот, два диодика я вижу. Ну, вот таких вот две подставки. Ставится это все. Фу. Так, наоборот. Ставится это все вот так вот. Ну, я не буду зажимать, дабы не этот... Навсегда ее не закрыть здесь. Ну, короче, хотя вот так вот он легко устанавливается. Устанавливаете себе возле телека. Подключаете шнур. Шнур подключается вот сюда. Второй, короче, шнур вставляете в свою Соньку. И можно поставить сюда два джойстика, и они будут заряжаться. Вот такие вот дела, вот такая вот подставка. Надо себе такую купить, потому что у меня тоже два джойстика. И всегда, блин, или один разряжается, или второй разряжается. Короче, вечная проблема с этим. Так, как ее теперь достать? Оно защелкнулось так хорошенько. То, что я и говорил. Опа, вот так вот все выглядит. Мы уберем в сторону, потом сложим это все. Так, давайте разберемся с посылкой, которая приехала. Так, здесь что-то валяется. Какой-то кусок. Откуда-то отпало, наверное, от ножки. От ножки отклеилась прорезиненная штука. Ну, китайцы, что? Так, с Gearbest у нас посылка. Это у нас, ребята, Powerbank. Powerbank я решил вам показать. Понятно, его тестировать не буду.
Это бренд заявлен неплохой, бренд Romas, Powerbank Sense 4, это Powerbank на 10 тысяч, где он здесь, на 10 400 мА, вот написано, стоит он $15, в принципе цена за него вполне себе адекватная. Сейчас мы это все откроем, потому что здесь все заклеено. Только китайцы так могут сделать упаковку. Я не знаю, как по-другому он распаковывается, но именно так. Они просто приклеили здесь все на клею, и вот это пришлось отдирать. Коробка выглядит, ну, вот так. Эта эстетика немножко пропала, это можно убрать. Но сам факт, что вот как открыть? Я думал, где-то со стороны открывается. Нет, только так. И вот, собственно, сам Powerbank. Ух, да, ребятки, вес здесь есть. Ну, Powerbank это как бы... брендовый, можно сказать, поэтому у меня сомнений нет, что здесь все окей. Два порта у нас, так, для зарядочки. Это что у нас, две зарядки, это зарядки, ну короче, хозяин разберется, я думаю. Выполнено все из пластика. Здесь у нас зарядочка, здесь у нас включается он. Ну и вот, собственно, показывает у нас 51% зарядки. Чтобы проверить Powerbank, в комплекте, кстати, идет шнурочек такой маленький, книжка. Чтобы проверить, у нас есть вот такая вот штука. Я не знаю, будет она светиться или нет без джойстика, но мы попробуем. Сейчас мы проверим. Сейчас мы это все проверим. Да, ребятки, светится то, что я говорил. Вот так вот все. Видите, как красиво, и джойстики ваши будут подсвечиваться. И Powerbank работает, проверили. И станцию сразу проверили. Поэтому это все убираем. Обратненько складываем. Нужно его... Он должен выключиться сам. А так не выключается. Ну ладно, он сам должен выключиться. Powerbank рабочий, 15 баксов, магазин GearBest, тоже ссылку оставлю в описании. Это как альтернатива по Powerbank Xiaomi, тоже можете смело покупать. Как видите, не все так плохо. Так, с этим мы разобрались, это не тот пакет. Самая большая теперь посылка в конце, ребятки, это посылка за $72. Я, наверное, сейчас вот это все уберу и разберемся с этой посылкой, потому что на столе я не развернусь. Итак, теперь посвободнее. Вот она посылка. Она очень большая, ребят. Стоимость ее $72. Ох, огромный коробок, который приехал, я даже не помню, чем, или EMS, или почтой. Реально не помню, потому что... Так, здесь у нас как вот открыть его... Здесь китайские надписи, и здесь находится вот так вот, он даже в чехле. Короче, это Steadicam, или так называемый, как его по-другому. Так, сейчас, все грязное, все в пыли, но это все ладно, это все чехлы. Это, ребята, для тех, кто занимается фото, видео, нет, фото нет, хотя, я не знаю, можно его применять для фото или нет смысла. Для видео, наверное, все-таки. Те, кто снимают на зеркалке и бегают по улицам, вот такая вот штука необходима просто. Купить ее можно на Алиэкспрессе за $72. У нас она, понятно, будет стоить очень больших денег. Блин, она тяжелая. Ух. Вот такая вот штукенция. Здесь китайцы почему-то решили зажать это все. Опа. Вот так вот это все выглядит. Что здесь? Больше ничего нет. Вот так она выглядит все. Это у нас ручка, за которую, наверное, нужно держаться. Вот такая вот подставка. Сюда у нас прикручивается, соответственно, ваш фотоаппарат. Здесь даже уровень есть. И здесь уровень есть, чтобы ровно все было. Так, здесь откручивается. Это у нас летает. Это понятно. Короче, внизу у нас... Вот такая вот балда прикручена с утяжителями, чтобы у вас все четко было. Немножко все ходит. Не знаю, может так надо. Но в полный рост я вам не могу, конечно, показать, как она вообще работает, она или не работает. И насколько это будет все ровно. Ну, вот когда я беру за ручку, за вот эту, и просто вот держусь под, вот так под весом, то понимаю, что в принципе
Наверное, картинка по-любому будет плавнее, но тяжелая, реально тяжелая. Я не знаю, вот буквально 10 секунд в руках подержал, но здесь точно пару килограмм есть. Если сюда еще прицепить зеркалку, ну не знаю, может здесь можно просто уменьшать, убирать эти. Ну, можно откручивать, только насколько она будет тогда, то есть нужна вам, может она будет болтаться. Ну, короче, вот такая штука присутствует в Китае, вы можете абсолютно ее смело купить, потому что у нас она будет как минимум в 2 раза дороже, а для тех, кто снимает, они, короче, знают, что это такое. Я ссылку оставлю в описании, если кто не понял, как этим пользоваться и так далее. Ну, по результатам я когда-то смотрел, ну, действительно, есть различия, и абсолютно все видеоблогеры, которые снимают зеркалкой на улице, пользуются вот такой вот штукой. Ну, вот такой вот у нее комплект. Вот такой вот чехол, бокс, не знаю как по-другому, который закрывается, закинули и с собой потащили. На этом все, ребятки, сегодня. Я надеюсь, подобрал вам интересные посылки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Еще будет несколько роликов на этом столе, достреляю, пока у меня все есть. И потом плавненько буду переходить. Опять же повторюсь, говорил вчера, жду с Китая некоторые штуки, которые необходимы для съемок, и без них просто не могу по-другому начать. Не ждите чего-то нереального, все будет в пределах разумного, такого вы уже видели, я думаю, встречали на YouTube. Просто немножко улучшится качество видео и качество звука и так далее. Немножко поработаем над качеством, и получится немножко другой формат и в лучшем качестве. Вот такие дела. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все ролики в описании. Не забывайте про конкурс, реально 4 очень крутых смартфона можно выиграть, сделав репост. Ссылка будет в описании. До новых встреч, всем пока!